Че, больше выходить не надо, что ли? И тут ничего нельзя взять. Прикольно, можно пахать и походить. Откуда? Были буквы, нет букв. Да не болтай ты с ним, бери и стреляй в него, вот чё так разговаривать-то, разговор короткий должен быть с таким людьми. No, I know it's you. I saw her in the trunk of your dirty van. If you don't release it, I'm gonna fry your brain with this shotgun that I made myself. Do you really think I know who you're talking about, huh? I don't remember the names of all the children I captured, you idiot! Stupid fool! You have the guts to face me, huh? But you're not fast to be useful to me. Wait a second. There's an easy solution to that. Open up and say, ah! Perfect landing. Done. Very tasty ice cream. I don't know why you did this, but I'm gonna exterminate you anyway. What's happening to me? What is this? Oh, hello, chubby boy. Now you're chubby and plubby just like I like it. Ну, привет, там.
А? Да не угукай мне тут. Все, он пошел сюда обратно. Он же все слышит. Он все слышит, он все знает. Он не та еще ванга. Why are you making so much noise? I don't know what that weird man and you are playing. You know I see you on the cameras, Merlan. Do you want me to call the police? Mm-hmm. No manches way. The truth is that I hate my job. I could be somewhere more bonito. Break everything you want, hombrecito. Let's see if this way, with a little luck, I get fired. Vuelve pronto. Hey, hombrecito, let's make a deal. If you manage to go through all the cameras in record time, I will give you a prize. Don't judge me. I need some entertainment. When you are ready, come here and speak with me again. Я не хочу даже с ним встречаться. И что значит, что сейчас там включу и буду бегать, а потом буду бегать и... И все как-то странно с ним встретить. Он просто... Мне будет странно с ним встретить. И все будет так. Поэтому я просто буду так, что он сразу же вам это будет. Ну, мне расскажи. Я плохо хочу. Может, нет. Так, где?
Слава тебе, Господи, что с первой попытки, блин. Я прям так уж устал это перепроходить 500 раз. Что думаете, я же такой профессионал за 5 секунд сразу все прошу. А, блин, не, не, не. Карта всегда именно в том месте, которое мне не надо было. По максимуму, по максимуму пытался, а нет, что все против меня, вообще пофиг. Chubby kids, and we're gonna make some ice cream fun.
Ну, тут потеряли. Не знаю, кто. А, вот он. Все. Нету. Ну вот это он точно услышал, блин. Ну и где? А вот такой вот. Тут залезу. Ой, как громко. Ну, еще громче можешь? А вот отсюда ты меня не заметишь, да? Да, конечно, отсюда он меня не заметит. Чувак, ты меня отсюда заметишь? Мне просто интересно. Ну чё, мужик, ты меня видишь отсюда? Ну давай, я же знаю, что ты меня видишь. Ты всегда видишь так далее. Странно. О, вот теперь я не удивился. Давай, ты сюда. Jay, it's you? What happened the other day? How do you think of jumping with the van running? How? So that was what Charlie wanted to tell me? Where is he? I mean, is he okay? Yes, in the end I managed to jump at one of the stops. Are the others okay? Да, смешно. Очень смешно.
Не-не-не, я не могу туда зайти. Пока лист там не пойдет, я не могу. Понятно. Понятно. Ну где ты, мужик? Где уходит? Я так интересуюсь, потому что я знаю, что если сейчас выйду, он может такой меня привет сказать, и все, он не заморозил. Вот настолько вот мне стрёмно иногда ходить, когда я не знаю, где и кто ходит. Вот он реально словно испарился. А вот он. Понял. Понял. Же его переагрить в другое место. Я вообще просто поражаюсь твоей способностью. Она просто офигенно. Ты меня видишь, как я себя за тобой буду подглядывать. Ну как это? Он еще может даже меня убить в то же время, когда я буду разговаривать с людьми. Он может. У него это не проблема. Видит еще. Is he healthy? I don't understand. How is this possible? Oh my God. Oh, look at him. No, it can't be. Is this true? Отсылка к монашке такое. This baby seems born.
I don't understand. No, oh, it's true. It is a miracle. Uh-huh. A miracle. Да, ледяной рот, это то еще чудо. Мне не нравится, если вот я его не вижу, мне это не нравится. А вот этого он не слышал, да? Все остальное он слышал? А вот этого он не слышал. Прикольно. Иди. Так. Музыка и ушла, это не значит, что он от меня отстал. Не, он еще бежит. Он еще бежит. Ага. Я же говорил. Как же ты меня игра ненавидишь. Это я дам. Нет, никто не смотрит. А только он сейчас обратно уйдет, да? Угу, вряд ли. Вряд ли он идет обратно. Да. Ты точно уйдешь обратно? А то я знаю, что он может уйти обратно сюда. А тогда мне придется с ним здесь как-то бегать. А проблема в том, что тут нельзя никуда убежать, тут двери не открываются. Ха-ха. Они не открываются. Я их открывал уже давно. Застрял, малыш. Ясно. Мне прямо игра говорит, загрей. Хорошо. Хорошо. Иди сюда. Алло, иди сюда. Иди сюда. Не прикалывайся на меня, я знаю. Вот. Я же говорю. Бери. Подлянку уже нужно. Я вот где угодно мог уже умереть. Я уже понял, где можно умереть. И там можно умереть. И там, и сям, где угодно. Не-не-не. Фиг, не получится у тебя так больше.
Только это потому, что каждый раз где-то ко мне постоянно кто-то приставал. Вот постоянно видите, как где-то разговаривает с кем-то, он такой скажет: «Привет! Пойдёшь куда-нибудь с кем-то? Привет!» Он же такой. Вот он ещё играет, он такой непостоянный. Он просто такой непостоянный, что фиг чего от него ожидает. А я уже это понял. Это так, потому что если я не постоянно, то все-таки вот чего угодно можно ожидать. Я ожидаю чего угодно. Чего угодно. А если я буду ожидать чего угодно, значит, чего меня удивить? Никак больше. Больше никак не удивить. А? Вот. Так. Давай, у тебя время. Не знаю, кто тут. Нет? Нет? Не-не-не, я не буду там ходить. Я еще подумаю, что я за тобой слежу. А он... У него реально такой чувство, что у него есть такой третий глаз, который вот знает, что я за ним слежу. Он такой сразу видит меня и говорит: «А, ты за мной следишь? Все, я тебя сейчас поймаю. Заморожу». Ну, значит, придется как мышка ходить. Ну, так серьезно, если он слышит каждый мой шаг. Ну, вот реально кажется, что он просто слышит меня где угодно. Но, с другой стороны, это неудивительно. Там же написано: «Рот слышит все». Да. Решил вернуться, да? Ну, здорово. Ну, понял. Ну, возвращай. Буду рад.
Не-не-не. Привет. А отсюда ты меня увидишь? Понятно. Давай посмотрим, насколько ты умный. Мне самому интересно. Чекает. Вот он меня именно там поймал, потому что он чекает быстро. Ага, я удивлюсь, если я прямо его тут встречу. Хотя бы здесь, а то какой я бы его зал прям без света, это по моему сразу замало, вот шикарно это было. Sister, are we not friends anymore? Looks like you didn't do very well. Next time, be sure to keep me in mind. Remember that I am the bravest of the four. Well, yes. what can I do for you? Yeah, let's go. Где ты? Под этой ледяная голова. Ну все, осталось только дождаться, пока тот пойдет ко мне, и все. Я вот поближе поставлю. Я буду бдить. Да-да. Он меня уже там замораживал один раз, когда с ним говорил. Если честно, вот эта часть, она самая сложная. Вот серьезно, я вот не знаю. Первая была сложная, вторая была полегче. Но вот эта, она самая жесткая. Она самая жесткая, по моему мнению. Ну, долго он там еще шагает. Если он не застрял, конечно. А, нет, идет. А вот этот у меня будет чем он застрял. Потому что та просто застряла, и не могла быть дива, а вот этот спокойно вышел. Мне не нравится, где тут.
Он ведь может тут где-то быть рядом. Да. А, нет. Ну ладно. Карта. Так. Мне надо в лагерь. Congratulations, Rod, for your 15th birthday. Be strong. We heard about the death of Joseph Sullivan. I wish I could be with you right now, but the Lord requires me here a little more. Congratulations, Rod, for your 16th birthday. Even though I can't come to you, you can visit me whenever you want. Don't resent me for not seeing you. If you knew why I can't go see you. Congratulations, Rod, for your 17th birthday. Please. Come see me, I ask you. Congratulations, Rod, for your 18th birthday. Congratulations, Rod, for your 19th birthday. For your 20th birthday. 21st birthday. 22nd birthday. 23rd birthday. 24th birthday. Congratulations, Rod, for your 25th birthday. This will be the last time I write to you. It seems that nothing I say is enough for you to come back to me. Even so, I never stop dreaming of the day you and I meet again. We have so much to talk about. I want to hug you like when you were 4 years old and you were with me. Keep the book I give you as your most precious asset, for I will reveal a secret that only Joseph Sullivan knew. He stole it from me, but now I give it to you, thanks to the fact that more time has passed. I have been able to improve the formula. You are my son, and you deserve it all. I will give you the opportunity to synthesize an extraordinary chemical compound with equal force to create a sparkling sun of life or a moon full of death. Warmly, your mother, who will always be with you, Sister Madeline. Ну вот и конец-то все. Так. Так. Ребята? Конечно. Конечно. А ты что думаешь, ставку попал? Да, я думаю, что ставку попал. Давай, двигай. Мне вот не нравится такое, что я не знаю, где он. Я просто слышу, что по музыке с ним где-то рядом. Я не знаю, где. А я просто не хочу туда идти именно в то время, когда у меня тут надо. Потому что я плохо там лажу по дереву. Там. Я там просто плохо выхожу из окна. Поэтому он мне просто может там достать в любое время. А, он там ходит просто. Ладно. Ладно. Давай на квадрица, там хорошо. Давай на квадрица, посмотрим, что будет на квадрица. Если я буду прям хором на сюда. Забыл, что.
ходит там, лазит. Он так шлепает, я не знаю. Если бы я был бы... А вот там я бы услышал, как там кто-то шлепает. Ну. Да ты возьмешь. Уходи, давай. Умирать, потому что я не знаю, как потом выбраться. Взял всех и заморозил. Что, опять вспомнил? Я могу даже не успею. А что ты стоишь? Что не за ними не идешь опять? Взял бы себе просто и все. Я не понял, что ему мешало бы просто взять каждого и выплатить? Это реально будет, вот то, что создать какие-то трики, потому что тут реально сложно. Еще баг на баге. Тут реально можно просто застрять где угодно. Тебя напарники могут просто зажать и все. Могут там все просто отпрыгнуть, что-то все заметить, что-то разговаривать с этим напарником. Так что это не очень сложно. Если, конечно, вы высоко бы не стреляете там вот эти. Электрическая пушка, то да, тогда все легко. Ну а если нет, ну тогда жесть. Тогда жесть. Я еле-еле уже. С третьей попытки это жесть прошло. Третьей попытки без смерти, то Нормально.